перешаг. То есть мы эту ногу взяли, не отрываем, как не снес. Мы делаем перешаг. Раз, все, и не встаем. Зафиксируемся. Зафиксируемся, помню, положение сейчас, пожалуйста. Делаем перешаг, зафиксируемся. Все, подошли, шаг, зафиксируемся. Опять подошли, шаг, зафиксируем. Понятно? Давай. Упор на левую ногу. Как будто бы вся нагрузка должна на нее упасть. Здорово, все, чуть.
чуть назад отошли, отошли все, передохнули. Thank you.
Распределяйтесь по... Так, смотрите. Начинаем броски, девчонки. Начинаем броски, не просто броски, а атакующие броски. Сейчас каждый бросок начинаем. Вставляем новую левую руку. Левую руку, левую руку, держим мяч. Одной рукой локоть. Вот. Мяч не обязательно даже внутри держать. Можно просто вот, он должен лежать у вас сверху. Не выпрыгнуть туда. Самое главное, отвести локоть. И сделать бросок. То есть первое, что вы делаете, отводите локоть. Как только касается
Так, вспомни. Давай. Раз, два, три. Рука короче, кулачок.
выставляем ноги, выставляем локоть. Это два. То же самое. Бросили высоко, пустим пирог. Ждем, когда мяч опустится на вашу высоту. И после этого... Понятно? Давай попробуем. Бросаем высоко. Ждем, смотрим вверху. Идите сюда все. Так, давай, на исходную.
Так, ну, собственно, что? Все? Уже придется просто. Выбираем сами себе. Ну, убегаем. Так, смотрите, что мы делаем. У нас теперь просто есть большой коридор, который будет свой шаг. Здесь сейчас попробуем свой шаг. Локоть и прыжок. Все предельно просто. У вас два прыжка на линии, отсюда прыжки, вашу руку ушли, отдыхая на конец. Мы работаем на прыжок. Вот сейчас уже достаточно смотрим, что мы делаем. Готово? Thank you.
Я сейчас камеру поставлю. Иди сюда, Лена. Я туда попомню. Thank you.
Две руки у вас земляные, то есть вот это ваш прыжок. Руки вверх, это ваш прыжок. После этого размах, вторая остается. Прицелимся. В принципе, так оно и есть. Это когда мы тоже движение делаем такое. Рука висит, а потом она начинает закрываться. Мы делаем две локоть, я поставлю здесь, закрывание, ну, то есть это плечо и удар. Две локоть, раз, два. Две локоть, раз, два. Две локоть, раз, два. Внимание, если кто-то среди. Назад, вперед, вниз. Назад, вперед, вниз. Две руки, назад, туда. Ничего. Так. Не нравится, что вторая рука у тебя сама тоже. Почему ты ее так выглядишь? Вот. Ну, смотри, так вот такая. Должна быть вот такая. И вот ее, вот. Готов туда, вот такая вся касается. Я так серьезно говорю, я вот так вот не играю. Сначала прыгнул, факт удачи не удалить. Я вот пишу вот такой рукой, а потом туда нужно не развернуть. Привыкать, что потом туда. И чем быстрее на движение. Ну давай, я попробую, немножечко. Полчаса я не знаю, надо сейчас ничего не пробовать. А на что ты делаешь? Давай, здесь прыжка еще сделаем. Пару минут, потом мы сделаем подъем, делаем прыжок, после этого попробую я ручку сделать. Сейчас зафиксирую, что есть. Давай, сами. Сами с свободным стилем. Мне надо, чтобы вы просто поняли принцип, какому это все делается. Вот сюда, дальше, сюда, сюда. Плечо удерживаем, плечо. Даже очень сильно не понадобится. Вот это тоже удерживаем. Thank you.
Нет, не знаю. Thank you.
поработаем сейчас минут 10, потом самостоятельно каждый возьмет мяч и поработает уже просто с мячом. Итак. Да, Валерия Карпова. Давай. Ну это не скажи, я. Так, первое, что сделал. Ни локтя, ни шага, это не близко, и прыгнула. Нарисовать мне еще раз здесь? Да. Надо рисовать. Я паузу поставлю. Примерно так. Все, все. Все, все. Дальше. Так, давай. Еще раз делаешь, будешь видеть.
я делаю? Вот это вот.